Завтра с утра Король и Шут выступает. Надо выспаться. Да. Пойдемте спать. Кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет. Даешь молодежь, настроение в порядке. Даешь молодежь, от Москвы до Камчатки. Даешь молодежь, отдыхаем красиво. Даешь молодежь, на экранах расти. Ты в зоне веселья, ты вместе с друзьями. Пока молодой, повторяй вместе с нами. Как здорово, что я вас нашла! Вы не покажете, как выйти из леса? 250 рублей пошли! Ну, можно хотя бы 200? Ну, я мы что, с тобой на базаре торговаться, ну? Ладно, 200 пошли. Дорогу покажешь? О! Я-то вообще вас опутаю, ну! Осколково. В нано-будущее. Нано-шагами. О! Отлично! С помощью нанотехнологий мы смогли сжать целую курицу до размеров простой таблетки. Превосходно! Попробуем! Побочный эффект. При реакции со слюной таблетка возвращается к исходному размеру. Даешь, молодежь! Для тех, кто сегодня отдыхает на природе. Для тех людей, которые решили провести незабываемые выходные, а проведут невспоминаемые. Следующий трек для тех, кто знает, что такое забыть средства от комаров, спички, но взять 3 ящика алкоголя. Приехал на природу красиво отдыхать. Сначала будь добр, чужой мусор собрать. В лесу для девушек есть аксиома. Женские привычки оставляем дома. Мешок, то самое место, где хранятся вещи с прошлого заезда. Дубой, шампур, свинину не берет, зато в ладонь как по маслу войдет. Душу компании легко вычисляем, его пароль горячее, сырым не бывает. Хотя на самом деле бывает. Самый неискренний это водитель. Делает вид, что ему весело, но всех ненавидит. Пока ты у костра наслаждаешься природой, кто-то в палатке продолжением рода. Утро похоже на фильм «Зомбиленд», если оказалось, что минералки нет. В конце свой мусор брось как монету, чтоб сюда вернуться следующим летом. Все, поехали. Ха-ха. О, Ева. Здорово. О, можно глотнуть? Конечно. Спасибо. Не мне спасибо. Скажи спасибо тому, кто ее здесь оставил. Все, башка. Опа. Кончилась молодость, я скоро стану мамой. Нет, не мамой. Мамонтом. В натуре? Кто этот козел?
ты! Я? Я отец? Капец! Да, Башка, тебя опять подвел твой ангел-предохранитель, Лёма. Походу, ты залетел от Натахи. Заткнись, а у меня вообще-то презерватив был. Ты что, дурак, что ли? С Натахой это мало. С Натахой желательно вообще сексом не заниматься. Я... Да что, тихо! Заткнись уже! Тихо! Подожди, ты у врача была? Нет, я вообще боюсь этих тестов и анализов. Так а что ты взяла, что ты беременна? Ну, соленого постоянно хочется. Кого? Лосям зимой тоже соленого хочется, они ж не беременные. Блин, что-то я реально сдогналась. Зря я, наверное, целый ящик детского питания купила. Вот тебя не зря, пойду съем. Давай. Фуф, не, ржавый. С Натахой надо завязывать по-любому. А вдруг она реально залетит? Я не готов быть отцом. Я тебя понимаю. Правда? Конечно. Я тоже не готов быть отцом Натахиного ребенка. Ржавый, заткнись, а. Конечно, давай, на. Спасибо. Второй, Лёпа! Пошли, пошли. Свободно? Занято. Пошли. Свободно? Занято. О! Занято. О! Туда пойдем. Ой, а вы кто? И что я здесь делаю? Так, протрезвела. Девушка! Меня Паша зовут. Пойдемте вот туда. Сядем, выпьем, поговорим. Пойдемте, пойдемте. Пойдем. Пойдем, пойдем. Миша, 2 часа ночи. Где ты был? Миша, что это? Наташа, я сейчас все объясню. Я сидел и работал в офисе. Сидел, работал, как вдруг Игорь Петрович говорит: Миша, приехали девочки, разводи костер в лесу, рано темнеет. Что? Какой лес? Какой костер? Какие девочки? Я тебе не рассказывал. Дело в том, что наш офис еще не построили, понимаешь? Поэтому мы работаем в лесу на том месте, где построят офис. А девочки зачем? А девочки, девочки. Итак, девочки, Наташа, не хотел тебе говорить. Понимаешь, я устроился на полставки няней. Деньги же нам нужны, чтобы вот это все, вот это все, все вот это все. Нужны, нужны. Вот и привезли мне девочек. Ну нет, не в смысле это, да, вот, девочек. А в смысле маленьких девочек вот этих. Костер зачем? Костер. Понимаешь, наша компания осваивает новый бизнес. Мы сжигаем старые женские бюстгальтеры. У нас монополия. А так как я у тебя очень трудолюбивый, я взял немного работы на дом. Ты же сама говорила, что мне нужно больше работать. Говорила или не говорила? Постановила, говорила. Ну что стоишь, неси зажигалку, будем работать. Мишенька. Прости меня за то, что я тебя так ревную. Я люблю тебя. Вот и люби. Ну. Ну, не получится у тебя ничего. Видишь, не умеешь ты. Не получится. Так, свободен. Здравствуйте. Так, вы что опоздали, а? Тренер, брат, мне просто чуть-чуть. Да, пробки стояли. Да, вот так. Да? У вас 2 дня не было. 2, понимаешь? Да. Итак, все. У вас 700 отжиманий. Давай. За что? 900 отжиманий. За что? Ну, там, по-братски, прошу тебя, остановись. Успокойся, я знаю, что я делаю. За что? 1000 отжиманий. За что? По 1 отжиманию. Конечно, конечно, я верю вас.
Я же знаю, что я говорю, понимаешь? Тренер умеет считать только до 30. Слушай, вообще, что он так на нас взъелся? Мы его сами лучшие борцы. Полтавик, вот об этом я с тобой хотел поговорить. Слушай, ты же не в розыске? Что, нет, конечно. И не планируешь? Нет, не планирую. Чё? Всё, тогда знаешь что? Давай поедем в Лондон на Олимпиаду, слышишь? Сейчас придет тренер олимпийской сборной Тимур, он же сюда это, как к себе домой ходит. Ух ты, давай, тигр, давай. Вот, вот, смотри, я же говорил. Давай, подойдем к нему и скажем, что мы хотим ехать на Олимпиаду. А потом после Олимпиады швырнем его. Здравствуйте, тренер олимпийской сборной, брат. Давай, давай. Не кусай его, слушай. Эй, тренер, тренер. Тренер Тимур, ваша мечта сбылась. Вы что обманываете, слушай, живу до сих пор здесь. Да нет, другая мечта. Мы, короче, это, согласны. Ну, согласны, поженитесь. Тренер, слушайте, нам не до шуток. Мы, в смысле, согласны прийти к вам в олимпийскую сборную и тренироваться. Тренер, разуйте глаза, это Тамик и Радик. А, это вы, что ли? Ну, я думаю, знакомые брови на меня смотрят. Не, ребята, короче, не получается. Сборная уже укомплектована. И я вместо вас других взял. Давай, тигры! Не кусай его! Ты его кусай, Тренер Тимур, тренер! Брат, давай так, по-честному. Если мы их победим, то мы поедем на Олимпиаду. Легко, давай! Давай, тигры! Давай, один на один. Молодцы. Ну что, тренер Тимур, как договаривались, мы едем. Слово есть слово, оба едете, готовьтесь. Братушонок, я тебя поздравляю. Где Тамик? Тамик, брат. Добей меня, Радик. Ты что, проиграл? Да, братан, проиграл. Так не по кайфу получилось. Так стыдно, как в детстве, когда мой папа хотел меху, а родился я. Ладно, тихо, давай, братишонок. Я все равно без тебя на Олимпиаду не поеду, слышишь? Да. Че я там буду один делать, а? Ведь как говорит наш тренер про свою первую брачную ночь? Одному как-то скучновато. Да, это долгая история, да. Пойдем, я тебе расскажу, давай. Так, вы отнеси меня лучшим врачам Подмосковья. Пусть все, они меня соберут. Не паникуй. Балашиху, отвези меня, Балашиху. Даешь, молодежь. Привет, девчули. Кому-нибудь из вас делали вот такие предложения, а? А ты выйдешь за меня? Если выйдешь, я сразу кольца куплю. Отвечаю. Ну, как вы уже поняли, сегодня рейтинг самых дебильных предложений руки и сердца. Поехали! Третье место! Вот, это кольцо досталось мне от моей бабушки. Не, ну а чего тебе тогда бабушка свою вставную челюсть не отдала, а? Или она по-настоящему ценные вещи тебе не доверяет? Идем дальше. Второе место. Выходи за меня. Ну и куда мы смотрим? В наше семейное будущее, да? Но есть ушлепки и по ушлеписти. Первое место! Ты выйдешь за меня? Конечно, я согласна, любимый. Алло, Серега? С тебя бутылка вискаря. Да, согласилась! Сегодня бухаем вискарь! Серега мне проспорил! Ю-ху! Конечно, можно было закрыть на это дело глаза, но... Полина, вы согласны выйти замуж за Алексея? Согласна. А вы, Алексей, согласны взять в жены Полину?
Нет! Ты слышал? Ты слышал, я сказал нет! Серый, ты проиграл! Я только что выиграл штуку баксов! Штуку! Но помните, девахи, нужно вовремя сказать нет. Но вовремя, а не после 40. Пока! Слышь, доброе утро. Приятного дня. Блин, опять участковый куда-то почесал. Да походу эти бабкины кошаки с третьего этажа опять кого-то затопили, ё-моё. Жан, а как по-новому будет участковый, а? Ну это вроде полицейский участковый контроль, во, ё-моё. Сокращенно пук. Пук, ё-моё. Пук, здорово. Слушай, Башка, давай мы тоже тогда переименуемся, как эти ментяры. Давай, давай. Ну они же это как господа полицейские. Так давай мы тоже будем это, типа, господа, Ржавы и Башка, ё-моё. Мощно? Ржавы и Башка. Грипп. 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 Да ну что-то никто, что за грипп, ё-моё. Давай по-другому как-нибудь. Давай лучше, может, самцы, Ржавые и Башка. Давай, давай, смотри. Что выходит? Срип. Да ну, как-то неэстетично. Лучше на грипп исправь, по-другому лучше было. Здорово, пацаны. О, здорово. Здорово, а чего тут ржете? Тоже новую Ладу по телеку видели. Нет, не, мы, короче, переименовываемся, как эти вот ментяры, ё-мо. Это, слушай, короче, мы теперь знаешь кто? Грипп, ё-моё. Типа, господа Ржавые и Башка, ё-моё. Вам это, больше подошло это бы. Дрищ! Мощно, да? Ну там же вроде как-нибудь. Да подожди, хочешь, мы тебе тоже кликуху придумаем? Давай, давай! Сейчас. Кабан любому оттопырит по любасу. Мощно? Ну а что получилось-то? Сейчас, подожди. Клопа! Ты что, клоп повыше в пищевой цепочке не нашел, что ли? Да клоп, офигенно! Ты что, за базаром-то сиди! Полудурок! Зашифруй там как-нибудь. Пацан, я же тебе говорил, что от этой вот реформы МВД, короче, ничего хорошего не жди. Не знаю, мне по приколу клуб завалил гриба. Всем хай! Это мега респект! И сразу хорошая новость! Да, я наконец-то купил себе модные штаны. Кен, ты еще галифет напялил? Они уж лет 50, не модные. Другая новость. Короче, похоже, мой дед нашел мне бабушку. Выходил на танцы для тех, кому за 60. Ну, там в основном бабки, деды тусуются. Да, там еще скорая дежурит. Да, да. И там познакомился с обворожительной чикой Зинаидой Ивановной. Да. Да, и мы решили написать об этом наш новый трек. Ну, про любовь, про чувства. Но так как мы в этом ничего не понимаем, мы еще даже женаты не были. Да, нам еще рано. Мамка говорит, еще женилка не выросла. Ты придурок, Геныч. Ну, в чем-то он прав. Вот, мы решили написать трек, основываясь на опыте деда. Ну, про то, как у него все было. Поехали. Мега респект представляет трек про любовь. Ага, любви. Все возрасты покорны. Но до 13 это чувство считается позорным. А в 20 лет заиграют гормоны, и ты женишься на девушке стрёмной. И в 30 лет ты уже хочешь разводиться. Но до 40 никак не можешь решиться. Ты хочешь остепениться, но времени уже нет. И все, ты уже 62-летний дед. Макс, а что, дед-то на танцы, что ли, пошел? Да, ты как догадался? В шкафчике ни коньяка нет, ни корвалола. О, старый ловелас. Так, Максим. На площадке лампочка перегорела. Иди вкручивай нашу очередь. Мам, у нас нету. Потом купим. Сейчас возьми где-нибудь. Всем пока. Пока. Одиннадцать часов. Иду проверять комнаты. Она сразится с человеком-невидимкой. Человеком я на минутку.
и человеком наглолицым. Смотрите во всех общежитиях страны. Вахтерша. Кто не спит, я не виновата. Здравствуйте, тренер олимпийской сборной, брат. О, здравствуй. Ты кто? Тамик. Вот здесь ты что со мной рядом бывает, Радик. А, Тамик, слушай, я без Радика тебя даже не узнал, а? Короче, тренер, я хочу перейти к вам в олимпийскую сборную, выиграть олимпиаду и собрать деньги на свадьбу. А Радик согласен? При чем здесь Радик? Я что, на нем жениться собираюсь? Я на Диане жениться собираюсь? Ты не понял, слушай, он согласен перейти ко мне в спортзал? А, нет. Он не может бросить нашего тренера. А, ну вашего тренера тяжело бросить. Разве что всемиром. Ладно, проехали. Послушай, как? Тамик. Я когда вас переманивал двоих, мне нужен был один борец. Другой был балласт. Вот как тебе сейчас объяснить, что ты балласт и чтоб ты не обиделся, а? Знаете, я мужчина, я любую информацию воспринимаю нормально. Кто балласт? Давай на примере тёлок я тебе объясню. Тёлки, да. Вот есть же красивые тёлки. Красивые тёлки. А есть некрасивые их подружки. Оф, okay. Вот Радик – красивая тёлка. Радик – тёлка? Ладно, я всё понял, я балласт, я ухожу. Подожди. Чего? Ладно, я беру тебя в сборную олимпийскую. Только при условии, что ты Радика переманишь к нам. Конечно, я его за волосы вот так поймаю и притащу вот так. О, молодец, пиши расписание тренировок. Только в понедельник 10 утра. Понедельник как пишется? С мягким знаком или без мягкого знака? Пиши вторник. Вторник. Ну все, давай до вторника. До свидания. Давай. Ну, Тамик. Уходишь от нас в олимпийскую сборную, да? Знаете, братушонок, тут такая ситуация. Ты чего плачешь, чего ли? Это ветер. Все, ладно, удачи тебе. Прощай. Теперь всех их обучи вот этому же приему. Хорошо. Давай. Давай, брат. Так, с меня первого начни. Давай, я первый.